Разноцветные качели, скамейки и песочницы. Уже более 20 детских площадок Вологды стали красивее благодаря проекту молодежного центра «Горком 35. Яркий двор». 15 июля активисты ярко и насыщенно сделали территорию возле дома на Можайского, 56. С подробностями Мария Поздеева. 5 литров краски, несколько пар перчаток и масса энтузиазма. Тусклая и неприметная детская площадка на Можайского, 56, уже через несколько минут после прихода волонтеров засияла яркими цветами. Активно в работу включились и сами жители. Сегодня мы только увидели объявление и как бы решили выйти помочь, как бы, чтобы и детям приятно было гулять, и нам с детьми как бы было приятно и веселее гулять. Проект «Яркий двор», инициатором которого стал молодежный центр «Горком 35», проходит в Вологде уже второй год подряд. За это время яркими и запоминающимися стали более 20 территорий. К нам обращаются жители, которые как раз выходят с инициативой, чтобы сделать немножко, привнести красок в свой двор и чтобы сделать его немножко ярче. И высылают нам фотографии. Мы уже отсматриваем, выезжаем на место, смотрим и непосредственно решаем, то есть делать двор ярче или нет. Продлится проект до конца лета. Ярким и красивым может стать двор в любом уголке Вологды. Все зависит от активности самих горожан. Заявки на участие в проекте принимаются в молодежном центре по адресу Советский проспект, 24. Мария Поздеева, Антон Лукьянов, Вологда портал.